Сегодня утром в 7 часов 29 минут на пульт пожарно-спасательной службы Иркутской области поступило сообщение о пожаре в средней школе поселка Большое Голоусно Иркутского района. К месту пожара были отправлены силы и средства по повышенному рангу сложности. На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение внутри одноэтажной деревянной школы с выходом огня на кровлю здания. В 9 часов 29 минут пожар был локализован на площади 700 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте пожара продолжают работу 17 единиц техники и 37 человек личного состава. Дознавателям и экспертам испытательной пожарной лаборатории предстоит уточнить обстоятельства и причины пожара.